привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор второго каталога Faberlic. Много новинок, но в третьем еще больше. Оставлю вам свои отзывы на новинки, что буду брать. Итак, поехали. Обложки у нас сразу такая презентация, мини-презентация серии новой Store d'Amore. Понравился аромат. Вы знаете, очень понравился аромат. Буду брать, что будет доступно к заказу. Обязательно возьму соль. Интимку, не знаю, подумаю. Гель для душ потрясающий просто. Он так раскрывается в душе. Он просто невероятно раскрывается. Мне хотелось такой парфюм, честно. Мало для випов было доступно новинок к заказу, к сожалению. В каталоге и гораздо больше. Будем все с вами брать, пробовать. Мочалочку хочу. Мне интересно. Клубника со сливками. Нежный аромат клубники. Вообще здорово, классно. 329 рублей, 200 с чем-то она будет по каталогу. У меня раньше Ксюшка такими мочалками из серии Beauty Cafe пользовалась. Мне нравится этот формат. То есть ребенок взял, намылил, не надо там гели для душа, ничего брать. Сполоснули водичкой, повесили, сушился. Вообще здорово. Вот кто в бассейн ходит, тоже очень удобный вариант. Весенний уже такой каталог, прям праздничный, классный. Кружечки тоже не было их, к сожалению, к заказу. Вот они сейчас в конце каталога появились. Но я уже не стала еще один заказ отправлять, потому что, ну, достаточно. Кружечки просто великолепные, посмотрите. Со стеклянной фигуркой в форме сердца внутри, символический подарок для близких и любимых. Ну, очень красиво смотрится. Оно еще такое цветное, вот это вот сердечко. Класс, мне очень нравится. И объем такой хорошенький, 400 мл. Я люблю, если пить кофе, то много. С утра у меня прям очень большая кружка. Поэтому мне нравится. Две возьму, если не разберут. Едем дальше. Что касается палетки теней, на нее уже есть подробный обзор. Мы с вами сделали макияж, я вам ее просвочила. В целом о палетке впечатление очень хорошее. Продукт достаточно стойкий, у меня в складку века не запал. Немножко пигментацию века съела, но не более того. Мне понравилось, и оттенки насибленные, ну вот кроме вот этого. Потому что, ну, кто-то такие носит, мне не нравится. Так, вся палитра... Все мне лично подходит. Классная палеточка, и в принципе цена у нее бюджетная. Достаточно бюджетная. Распродажа у нас Алфеерик и Мансуэля. На многие водички, кстати, 50 и 55% скидка в этом каталоге. Вот новинки мужской парфюмерии за копейки вообще. Меньше 300 рублей со скидкой консультанта выйдет. Парфюм мужской очень достойный. На праздники прям можно присмотреться. Как бонус за покупку на втором шаге оформления он будет. То есть от 499 рублей, если вы набрали... на 1000, то вы можете взять два парфюма, соответственно, 1500, 3 и так далее. Вот так работает бонус за покупки наш. Футболок тоже не было к заказу, хотела взять, но теперь уже что-то передумала. Может, и не буду брать, не знаю, посмотрю. Такие, в принципе, милые принты, но мне не очень нравится вырез у футболок Faberlic, мне хочется поглубже. Хотя вот смотрю на этих, вроде сделали поглубже, вот тут модели сидят, а здесь как-то вот впритык. Ну, в общем, непонятно с вырезом. Мне немножко вот... Именно поэтому футболки Faberlic не нравятся, потому что практически под шею получается. Так, что у нас с вами еще интересного? Кстати, меня прям по обзорам очень заинтересовала сыворотка. Тин-сыворотка для лица с алоэ. Вот я посмотрела обзор и поняла, что я вот такое люблю. И мне теперь хочется. К тому же это все темные оттенки, как я люблю, и вроде как подстраиваются, и вроде как легкие, плюс ухаживающий эффект должен быть. Мне прям захотелось взять, слушайте. Очень интересный продукт. Объем здесь большой. Мне вот такой вот сыворотки, мне кажется, на год хватит точно. Кто уже попробовал, девчонки, обязательно отпишитесь. Потому что прям вот я думала, что меня ничем не удивишь, кушеный и не более, но посмотрела обзор и поняла, что... Годный продукт, еще и экологический состав, поэтому прям вот захотелось. Кстати, классная скидка будет на любимые помады, жидкую матовую. Вы у меня спрашивали в роликах, когда красная помада на губах у меня, последние вот ролики, в основном я всегда использую жидкую матовую помаду. В оттенке 404-66, это красная классика. Достаточно стойкий, кстати, продукт. У меня есть много оттенков этой помады, и именно в красном оттенке она прям безумно плотная. Она безумно плотная и стойкая. Ее прям надо наносить быстро и аккуратно. Она моментально застывает, и подправлять нужно все прям тоже очень быстро. Другие вот есть оттенки, они как-то вот немножко пожиже, с ними можно поиграться. Они на начальном этапе какие-то такие кремовые, потом становятся бархатистыми. А вот этот оттенок, он немножко отличается почему-то по консистенции. Но тем не менее, прям вот вообще супер-супер, мне очень нравится. По линейке Beroil хотела вам рассказать. Вот сейчас практически использовала сыворотку, использовала уже молочко, дневной ночной крем на подходе. И вы знаете, я вот, ну,
каких-то чудес не заметила. Вот даже от серии коллаген и гиалуронка, которые вообще копеечные, просто я замечала на своем лице больше чудес, честно. Здесь я вижу легкое увлажнение, не знаю, что там должно творить золото. Но вот моей коже не понравилось. Не то, что не понравилось, хуже как бы не делает, нет, все нормально, все здорово. Но ничего не делает вот с моей кожей. Ни тон не улучшается, ни упругости нет, ни питания, легкого увлажнения. Поэтому вот сказать, чтобы я ее повторила, нет, не могу сказать. Мне как-то не зашло. В третьем каталоге будут маски интересные в серии One Week Miracle. Это вообще что-то с чем-то. Прям уже не терпится к третьему, если честно, каталогу перейти. Хотя еще не все новинки второго мы с вами попробовали. Ну вот они как раз, серия коллаген и серия гиалуронка. Но ценник копеечный, со скидкой консультанта. Многие продукты меньше 200 рублей, 100 с чем-то рублей. Ну просто копеечный, да? И работают, ну, на моей коже. Но опять же, я хочу сказать, что все мы разные. Моей коже, может быть, вот то, что содержится в серии Бироэл, не нужно. Может быть, она это откуда-то уже получает, и ей вот в данный момент это не нужно просто, да? Поэтому вот она никак не реагирует на этот состав. А кому-то, может быть, и зайдет, кому-то, может быть, и понравится, у кого-то какое-то чудо произойдет, там морщинки разгладятся и так далее. Линейка Асюль вообще вот меня покоряет в последнее время продуктами своими. Вот эта умывашка, это просто вот жемчужный крем для умывания, я имею в виду. Это просто что-то с чем-то. Вот если вы еще купоны свои не потратили, не отправили заказ, прям вот, ну, берите. Она будет достаточно бюджетна по купонам. У нее объем большой, и хватит ее надолго. И вот ее как раз нужно одну граммулечку. То есть прям вот маленькую граммулечку на руках вместе с водичкой вспениваем и распределяем. И просто шик, блеск, красота. Просто до скрипа вымывает. Все отлично, все замечательно. Очищает кожу. Она потом, ну, нереально чистая. Поры светлые. Потрясающе. Вот могу сказать, одна из самых лучших умывашек, испробованных мной за последнее время. Очень годный продукт. Безумно понравился. Даже вот пенку никакую не хочу, хотя только формат пенок любила раньше. Пенится отлично. Мне не нравится на лице вспенивать, но вот в руках с водичкой вспенивается на ура и хватает прям совсем чуть-чуть. Кислоты так и будут у нас теперь до следующей зимы в распродажах. Еще можно пока поделать. Январь, февраль, к марту уже завязывать пора. Но я имею в виду тех, у кого пигментация. Вот он, кстати, гель для усиления завитка, про который я рассказывала, когда мы с вами макияж делали, как укладку им делала, рассказывала и так далее. Очень классный продукт. Я давно его, кстати, в каталогах не видела. Тут напечатали, он, может быть, был, но на глаза не попадался, и вот как-то так. На момент заказа не было сыворотки для волос у нас новой отморожка, поэтому возьмем с вами, попробуем. Это новая сыворотка. У нас с вами есть с носиком, а есть вот такая. Хотя пишут новый формат. По идее, это должно быть то же самое, что и было в той сыворотке с носиком. Она мне показалась немножко слабовата. Возьмем, посмотрим. Сараваним. Та была прям вот слабовата, вода водой. То есть, если есть какие-то прям проблемы с волосами, зато не утяжеляет, зато не утяжеляет. Маска бомба, девчонки, берите за такую цену. За такую цену это вообще что-то с чем-то. Это находка. Действительно греет, действительно даже жжет, я бы сказала. После того, как смываем, еще немножко поджигает. И по длине, за всей длиной волос ухаживает. Волосики разглажены, не требуют больше никаких средств. Объем большой, 250 мл. То есть хватит надолго. Я раз в неделю где-то буду использовать. Я думаю, мне месяца на два точно хватит. Со скидкой консультанта 100 с небольшим рублей. Пока она так стоит у нас с вами, да, я еще возьму обязательно баночку. Мне очень понравилось. Вообще годный, годный продукт, просто потрясающий. Прям очень похож на маску из серии «Эксперт». Сейчас мы до нее дойдем, я вам покажу. Прям очень. И по действию, по длине, и по тому, как печет, очень похож. Вот она с вами, кстати, серия «Эксперт». Так, и где? О, спрей антипреспирант в каталоге появился. На сайте, кстати, у нас его не было очень давно. 349 рублей, 35%. Надо посмотреть, будет на складе или нет. У нас очень давно его не было, потому что спрей мне больше нравится, нежели шариковый дезодорант. Шариковый дезодорант, у меня подмышки с ним мокрые постоянно. Запаха пота никакого нет, то есть блокирует. Нету ничего, все нормально, но подмышки постоянно мокрые. Практически постоянно. Так, мы с вами не пролистали эту масочку, как раз про которую я хочу вам сказать. Есть она у нас здесь. Разогревающая. Так, вот она. 449 рублей, представляете? А по действию вот та за 100 с небольшим. То же самое по мне. Абсолютно то же самое. Никакой разницы не увидела. И здесь 100 мл. Разогревающая маска против выпадения волос. Вот вам, пожалуйста. Вообще, абсолютная альтернатива. Можно смело брать.
По желтым ценникам гладкие пяточки большие будут. И бальзам. Маленькие большие гладкие пяточки. Здорово, здорово, просто замечательно. У нас, кстати, так до сих пор и нету шариков бурлящих. Как их разобрали, так их и нет. Кстати, по кетчупу, девчонки, у меня девочка написала, она в обратной связи спрашивала. Нет, не лимитка, будет еще поступление на склад, чему несказанно рады. Надеюсь, в скором времени будет. Сейчас вот, когда отправляла заказ, с VIP-новинками не было. Не было, к сожалению. Кстати, в следующем каталоге выходит БАД Фаберлик, именно Фаберлик, молекулярный бронха. Вы представляете, вот как мы давно все его ждем. Вот это прям актуалочка. У Фаберлик безумно крутой сбор бронха, и вот БАДа бронха очень не хватало. Я уже посмотрела, классный состав, все супер. Акция опять на сборы. Мне нужно иммунити, но его почему-то у нас тоже давно нет. Вот бронха я запаслась, а иммунити на нашем складе нет. И теперь у нас с вами будет еще и БАД бронха. Обязательно будем брать как раз. Когда буду заказ делать по этому каталогу, уже будут и VIP-новинки, и мы скоро сможем с вами его увидеть, если он, конечно, будет доступен. Почему-то в этот раз вот прям очень-очень мало новинок дали по VIP-программе. Кстати, про сковородки отзывы слышала, многие хвалят. Кто брал, подскажите. Мне вот очень не нравится такое дно. Оно быстро пригорает, и его потом тяжело чистить. Кто брал уже, у кого какое-то время в использовании, напишите, пожалуйста, свой отзыв, потому что я все на них смотрю, и хочется и кольца, и мама не велит. Чайник заварочный новый. Есть у нас с вами старый, который гунфу. Там 950 миллилитров. И есть у нас с вами новенький. Так, а что у нас тут миллилитраж в новом не пишет? А, полтора. То есть для тех, кто любит прям чаи гонять. Представляете, как красиво будет какой-нибудь травяной чай смотреться вот в этой новой кружке стеклянной сердечком. Ну, прям вообще супер. О, Сири Суян, я вам уже много всего рассказывала. Тут мы останавливаться не будем. Скидок тоже много, в принципе. Хорошие цены в этом каталоге. И в третьем я посмотрела очень много скидок. Прям вот вообще. Фаберлик молодцы. Вот девочки мне пишут, там, в Орифлейм, там, в Эйвен, ну, везде забрали цены. Вообще ценник бешеный на аналогичные продукты туда-сюда. А Фаберлик как были цены, так и остались. Где-то на 10 рублей, где-то на 20 рублей подняли. Но не так, да. Поэтому вот я считаю, компания вообще... Здорово. Кстати, со второго каталога у нас с вами будет новый расчет, новая стоимость балла. Если вас наставники ваши не оповестили, обязательно к ним пристаньте с этим вопросом. Потому что для тех, кто зарабатывает Фаберлик, кто получает объемную скидку, это важный момент. Объемная скидка будет больше, зарплата будет больше. Чем выше уровень, тем выше разница будет. То есть, если там до вице-директора там 4-5 разница, то есть это приличная разница, то уже директоры выше там. Чем выше звание, тем ощутимее будут выплаты. Это на самом деле очень круто, но в то же время, чтобы сделать 50 баллов, нужно будет заплатить больше. И чтобы сделать 100 баллов, тоже нужно будет заплатить больше. Вот, поэтому, если вы в эти тонкости еще не вникали, но делаете для себя или для того, чтобы получать объемную скидку 50-100 баллов, обязательно обратитесь к своему наставнику, чтобы вас ввели в курс дела, как поменяется, что поменяется, какая будет стоимость. Я свою структуру уже давно, в конце даже года, наверное, когда вот эту информацию нам выдали в декабре, оповестила, что изменится и как, что будет. Если, конечно, человек делает для себя заказ на 50 баллов исключительно из-за того, чтобы была скидка, да, то тут придется просто больше платить. Поэтому, мне кажется, кто делает для себя, не очень будет доволен. Смотрите, у нас появляются кожаные штаны, наши с вами любимые, которыми мы уже на Wildberries запаслись, Фаберлик. Но мне немножко не нравится крой. Вот посмотрите, вот или модели опять неудачные. Ну, вот так вот штаны сидят, но это что? Вот тут девушка стоит красиво. Тут, ну, так себе. А вот эти две модели, это, ну что это за безобразие? И они без резиночки, видите, они прямые внизу. Не очень, мне не очень. Хотя, опять же, вот это модели. Я потом, когда вижу вживую на девчонках или на пункте выдачи, иногда там с девочками раньше мерили, да, совершенно по-другому выглядит. Ну, вот какие-то неудачные выбирают модели. Мне кажется, так. Неудачно фотографируют. Юбки кожаные тоже. Тоже Макси. Смотрите, не Макси, а как они называются, и не Миди, Миди, и не Макси. В общем, ниже колена. Такая красивая длина. Но не на каждую далеко фигуру тоже. Далеко, прям не на каждую. Подарок для новичков у нас с вами водичка Дона Феличи. Классная, цитрусовая. Многие ее, кстати, очень любят. На этом все. Ссылочка для регистрации всегда под видео. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Пишите, что будете брать вы. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.